Ладно, поехали. Накопилось очень много, мужики, видосиков, бля. Вчера я не стримил по понятным причинам. Сегодня накопилось очень много видосов, бля. Надо все это рассмотреть, ебать, проанализировать, блядь. Поржакать, бля, или поплакать, блядь. Там вышел, бля, квикантик, что-то играет мафию, читаю чат. Блядь, я очень. Я пиздец, я Ваде говорю, я так хотел эту ебаную мафию, блядь, с РП-ролями. Ну, типа с заданиями, блядь. Это самая смешная хуйня, блядь. Ну ладно, поехали. Привет, чатик. Только что вы были в Володипере, наконец-то добралась до вас запустить стрим, да. Привет. Ебать, я бы оттарабанил его челюху бы. Поехал, ну меня. Ну, вообще не так. Поехал, ну меня. Арина, лови донатик, жду от тебя отверка. Блин, спасибо тебе, конечно, большое за донатик, большое спасибо, но ты же понимаешь, что я не буду тверкать за деньги. Нихуя у него ножки сладенькие, бля. Ой, чатик, я так натанцевалась, конечно, вся такая теперь мокрая. Ой. Блин, ну давайте теперь пойдем поиграем во что-то. Чатик, что думаете? Это Ариня каждый раз ко мне с ВП хуярит, бля, слышь, лопатку ей, блядь. Блин, у меня там. Ай, блин. Ой, блядь, прошу прощения, ребят, ради бога, блядь. Не со зла, блядь. Вот сюда. Надо фрибати сюда перетащить. Одну секунду. Ставить. А где он? О. Ай, ну блин. Давай. Быстрее. Блин, чатик, слышите, что-то где-то вибрирует. Это токены закинули, блядь. Может быть, телефон где-то оставил? Может быть... Да, наверное, телефон. Ух, ебать, не, блядь, слышь, блядская дорожка. Блядская дорожечка, ебать, мощная, блядь. Да, блин, что это? Да токенов закинули, ебаный сыр, блядь, киску надо проверять, блядь. Все-таки не телефон. Да, правильно. Кстати, чатик, вы знаете, почему я всегда отвечаю правильно в Тривиадоре? Потому что в свое время я училась в онлайн-школе интернет-урок. Это крупнейшая онлайн-школа в России. Все? Или же нет? Ссылочка будет в описании. В описании! Блин, чатик, слушайте, у меня вот есть для вас небольшая новость. Недавно я сделал свою первую песню. Вот, о, и я Ариночка, молодец. Вам показывать, но... Пожалуйста, не судите строго. Стесняется даже отверка за деньги. Вам ее включу. Бля, вот честно говоря, я не знаю, ну я не смотрел все его видосы, я смотрел со мной, естественно, с Хардом и вот сейчас с Аринян, и он типа он в каждый видос записывает типа песню. Ебать, это качественный контент, и респект ему, бля. Это реально уровень, бля. Это... Донатит жирный папик из-за моей красоты. Да я умная девчонка, но все так любят тупые. Коровай меня бикапит, но ведь я не педофил. Я стану тут и там, делаю. Меня убили в КС, я стану будто писать. Так я покажу свою жопу, как Ники Минаж, свои лучшие. Ария! Егаде, вон, глянь, о боже, что за тян. Меня зовут Арина, а фамилия Аринян. Бич, герл, и это, сука, факт. Если меня забанят, я уйду на Pornhub. Вон, глянь, о боже, что... Если забанят, то... Слушай, не обязательно дожидаться бана, зачем ждать, блядь? Арина, блядь. Можно совмещать контент, развивая разные социальные сети, блядь. Pornhub спокойно, открытая площадка, блядь. Меня зовут Арина, а фамилия Аринян. Бич. По времени точно можно успевать. Видишь, я успеваю там, бля, видосик на YouTube выложить, бля, в TikTok там раз в год, блядь, там в Instagram что-то, блядь. Girl, и это сука факт. Если меня запалят, я уйду на Pornhub. Аринян. Блядь, нормально, что у меня пипирка-то встала, блядь. Бля, ебать, я не воришек, бля, лохом, но я ебал, прям хочется не измесуны, бля. Я буду ходить на бокс, чтобы бить тебе кибол. Ну а вечером с гидзукой мы бежим за бухлом. Моя жизнь тупо кайф, а почему сюда он?
Я набираю в ютубе турнет. Беги ее жопа имея подрез. Сука, тебе не понять, как двигаться по линиям. Донаты летят. Меня любит мальчик, зовут Карана. Все, что хочу от него, я услышу. Арин, выходи за меня. И я скажу да. Ой, блядь. Балдёжная хуйня. Бля, плюс каравай, ясен хуй, ёбаный сыр, бля. Карабульки, на самом деле, она просто уверенности, бля. Взять её за попку и сказать: Арина, блядь, теперь ты до конца жизни со мной, бля. Ну что, как вам моя жопа? Нормально. Бля, охуенный бортанчик, бля. В такую попушку я бы залетел, ебать, без стука, бля. Я рад наконец-то с вами опять поговорить. А самое главное, привет одному человеку. Арина. Арина, здравствуй. Арина, я надеюсь, ты смотришь этот видеоролик. Я искренне на это надеюсь, что прямо сейчас своими ушками ты это все слушаешь. Потому что в моем формате пародии на стримеров недавно появилось нововведение. Прикол состоит в том, что я предлагаю кое-что каждому стримеру. И ты не исключение. В прошлый раз я предлагал фит, но в этот раз, естественно, будет кое-что другое. Совместный видос, ебать, на Порнхаб, ёбаный сыр, блядь. Бля, парень, ты не промах, бля. Голова, макушка на месте, блядь. Именно, Арина, я тебе предлагаю вместе со мной сходить на уроки по тверку. Мы запишемся к какому-нибудь гениальному учителю, и именно он... Ну, кстати, прикольная тема, вот это можно. Насколько я знаю... Ну, на самом деле, и трек можно было записать, бля, я не знаю, просто как-то, блядь, вот именно на это времени хватает, хотя трек охуенная тема, то есть музыка, блядь, это балдеж. При учете, что я вот его, ну, трек типа Ченского слушаю, блядь. Который полковник Бустеренко знает молодежь. Ты уже была на таких подобных уроках, ну... Пока я готовился посмотри, к этой помним, пародии, я, наверное, узнал да, конечно, всю твою брат. Жизнь лучше, сука, чем ты ее знаешь, окей? Лично я никогда не был нахрен на уроках по тверку, я вообще не знаю... А приходит... я был, ебать, на Мариня, помните, проводила попочкой, бля, вы там вытряхивала, блядь. Туда пацаны, мужчины, но почему нет? Поэтому, если ты готова оформить такой, собственно говоря, контентик, все мои соцсети в описании, пиши там, договоримся. Инстаграм, ВКонтакте, Аська... Я пижу, там нет Аськи. Ну а всем остальным, кто досмотрел эту пародию до конца, господи, ребята, респект, вы просто супер, вы просто класс. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Трек, который был в этой пародии, по ссылке в описании, в моей группе, обязательно переходите, слушайте и так далее, и так далее. Я разрешаю. Кто не знал, это будет целый сезон пародий на стримеров, то есть Арина далеко не последняя в моем списке жертв, так сказать, поэтому... Подписывайтесь на канал, если вы как бы не хотите все просрать. Окей, на этом все. Я думаю, что увидимся скоро. Пока. Да ладно, в списке жертв, ебать же, балдеж вообще, блядь. Бля, кайф вообще, красава, дядь. Реально, респект.